Полонского Виктора Александровича, срочно прекращение полномочий, постановляю принять отставку губернатора Красноярского края Полонского Виктора Александровича по собственному желанию. Назначить Уса Александра Викторовича, временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края, до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович. Поэтому представляю Александра Викторовича. Я не буду говорить его биографию, он сам коренной красноярец, вы его все знаете. Единственное, что хотел бы обратиться к членам правительства, депутатам всех уровней, к представителям всех партий в Красноярском крае, к руководителям институтов гражданского общества, что сегодня только консолидация всех сил, которая направлена на решение тех задач, которые поставлены президентом Российской Федерации, не только здесь, в Красноярском крае, и высшим должностным лицом, но и в других регионах. Мы можем эти задачи решить совместно. И то высокое доверие, которое президентом оказано губернатором, оправдать. Надеюсь на то, что мы все с вами прекрасно понимаем, что наша основная задача всех ветвей власти и партий, в том числе и представителей института гражданского общества, направлена на повышение благосостояния наших граждан, улучшение качества их жизни. В Красноярском крае огромный потенциал. Сегодня в Сибирском федеральном округе это один из самых развитых субъектов Российской Федерации. Ну и не только в Сибирском федеральном округе. Поэтому еще раз хочу обратиться ко всем, что только подчеркиваю, только совместными усилиями мы можем в непростой экономической обстановке, в непростой внутриполитической обстановке решить те проблемы, которые сегодня стоят. Но все остальное уже зависит. И вот Александр Викторович, ну я все здесь сидящих и тех, кого в этом зале нет. Надеюсь на то, что то высокое доверие, которое оказано президентом, Александр Викторович вместе с вами оправдает. Спасибо. Уважаемый Сергей Иванович, дорогие коллеги, уважаемые красноярцы, земляки. Прежде всего, Сергей Иванович, позвольте в вашем присутствии выразить искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за доверие, которое он оказал мне и, я думаю, жителям всего нашего огромного региона. Я хочу поблагодарить вас за постоянную поддержку, которую вы оказывали Красноярскому краю, и надеюсь, что эту поддержку мы будем ощущать впредь. С удовольствием говорю слова благодарности Виктору Александровичу Колоконскому, который 3 года своей жизни посвятил интенсивной работе во благо Красноярского края, и уверен, что у нас будет достаточно поводов для того, чтобы поработать и на край, и на Сибирь, и на Россию в целом. В соответствии с уставом Красноярского края я подписал распоряжение, которое предполагает, что все члены правительства в полном составе продолжают свою работу. У нас сохранится преемственность, однако будут и изменения. Эти изменения прежде всего связаны с тем, в какой мере члены правительства, иные должностные лица, будут соответствовать тем задачам, которые поставят перед нами жизнь. Я уверен, что у Красноярского края настоящее позитивное будущее. Мы рассчитываем на заметные результаты позитивного плана, что, однако, потребует от нас упорной работы, терпения и консолидации всех сил.
Я еще раз благодарю всех за поддержку. Желаю всем оптимизма, уверенности в своих силах и хорошего настроения. Спасибо.